Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на канал Удобной обуви Next Step. Сегодня мы вам покажем, как убрать заломы на кожаной обуви в домашних условиях. Привлекательный внешний вид новой пары обуви в процессе эксплуатации утрачивается со временем. Одна из возникающих проблем – заломы и складки. Это не только эстетический дефект, но и фактор, который способствует более быстрому изнашиванию. Новая обувь имеет гладкий верх и привлекательный вид, но при ходьбе нога постоянно меняет положение, что приводит к появлению изгибов на поверхности. От этого не застрахована даже самая дорогая брендовая пара. Справиться с проблемой, которая только возникла, помогут несложные действия в домашних условиях. Плотно набейте носок пары скомканной бумагой, носками или вставьте распорки, добиваясь расправления поверхности. Затем нанесите щеткой крем для обуви маленькими круговыми движениями, уделяя внимание проблемным зонам. Оставьте пару до высыхания крема. Остатки крема можно убрать салфеткой или мягкой щеткой. После высыхания мы рекомендуем взять кусочек замшевой ткани или щетку и обработать ей всю поверхность обуви. Это поможет лучше впитать крем в кожу и придаст ей великолепный завершающий блеск. Ваша обновленная пара готова к выходу в свет. В тех случаях, когда проблема усугубилась и складка стала выраженной, понадобятся более сложные методы воздействия. Также набиваем носок обуви бумагой, смачиваем водой салфетку и отжимаем ее. Кладем салфетку на участок с заломом, плотно прижав к коже. Держим несколько минут, чтобы поверхность кожи немного увлажнилась. Включаем утюг, выставив нагрев на средний уровень. Аккуратно проглаживаем участок с заломом через салфетку. Для придания блеска также используем щетку или кусочек замшевой ткани. Готово! Надеемся, наше видео было вам полезно, и теперь вы знаете, как самостоятельно избавиться от заломов на кожаной обуви. Не забывайте делать ежедневный уход, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и выбирайте удобную обувь.